считается у нас такой закон, если, например, родовое деление, знаете, да? То есть как у индейцев есть апачи, есть же у нас это, на племена, родовое деление, у нас это тоже на племена. Суехнаймы, где-то у нас 50 или 60 родовое деление, суехнаймы. Я из рода это Найман, мне мать в Хапчах, мне жена из рода Соем, это у нас Саянский город же есть, откуда? Жигетович Шойгу, это министр обороны, вот где-то 30 их родня. То есть у нас такие родовые деления, и на одной это все не должны жениться. Если ты найманка, то я не должен на тебе жениться, но строго запрещено. Так, в этом плане мы сейчас в данный момент ансамбль найман будет. Угу. Нам все видно, да? Так, и сейчас мы попробуем ансамбль найман, собираем для гостей песню. И песня, знаете, вот смысл этой песни, как бы, на вершине горы, например, растет синий цветочек, я радуюсь ими. Там, например, на вершине горы растет, например, белый цветочек, я тоже как бы любую семью, в другом как бы солнце, луна, но смысл песни в таком плане.